Только за 6 месяцев Одинцовский округ посетили почти 2,5 миллиона туристов. И это не только любители событийного туризма. Исторические места пользуются неизменным спросом. Одно из них – музей-заповедник Пушкина. Одни туристы едут именно вот за исторической атмосферой, а другие туристы едут просто за красивым местом, где можно подышать историческим воздухом и погулять в таком красивом живописном месте, выбраться из Москвы или из других городов. А третьи едут конкретно, чтобы посмотреть что-то именно конкретно их интересующееся. Например, там храм большевизиомский, фрески этого храма, либо дом детства Пушкина. Повезет тем, чьим экскурсоводом по музею-заповеднику станет Владимир Сизов. В этом году он стал победителем регионального конкурса. Ему удалось обойти коллег из других территорий и стать лучшим гидом Подмосковья. Конкурс состоял из 3 этапов – подача заявки, защита проекта и финал. Владимир на суд жюри представил проект «Пушкинская тропа». Он был разработан с нуля и связал 2 усадьбы – Большие Веземы и Захарова. «Профессиональных секретов нет», – говорит Владимир. Нужно любить не только свое дело, чем ты занимаешься, но и любить то место, где ты водишь экскурсии. Ну, таким образом, наверное, нужно служить нашему Отечеству, через историческую вот какую-то основу давать людям какие-то знания интересные о своей родине, расширять их кругозор и учить их любить наше Отечество. Повысить ценность проживания на территории, привлечь инвестиции и туристов. Цель проекта – это наша земля, который презентовал на конференции Андрей Сулейков. Он уже успешно реализуется в нескольких городах России. На очереди Одинцовский округ. Участвовать в нем могут все желающие. В его основе перечень объектов. А вот истории, с ними связанные, предстоит придумать конкурсантам. Даже когда история имеет под собой историческую правду, мы приглашаем автора все-таки дать ей немножко такой, что называется, фикшн. Да, то есть важно, чтобы это было скорее правдоподобно, чем правдиво. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике, затем озвучены, экранизированы и переданы разработчикам игр. Охват аудитории максимальный. Уже сейчас это порядка 15 миллионов человек. Я надеюсь, что до конца этого года мы такой же проект и конкурс запустим в Одинцовском районе. И как только этот конкурс будет объявлен, мы, конечно, разместим его на сайте «It's My Land». И, конечно же, это будет информация на официальном сайте муниципалитета. Отдельно в ходе конференции обсудили работу туристической отрасли в период пандемии. Поддержка, которую оказали ее представители медикам, переоценить сложно. Только в первую волну в отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха муниципалитета проживали почти 2000 врачей. На момент второй волны пандемии было размещено 1242 врача, за что вам, уважаемые коллеги, большое спасибо. С вашей стороны были предприняты все меры и все, в общем-то, условия, которые способствовали тому, чтобы наши врачи спокойно могли отдыхать после сложных будней своей врачебной деятельности. Такая встреча в очном формате, первая с начала пандемии. Следующая состоится уже через неделю. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».